Всем привет! С вами Юлия Сайфуллина, и в этом видео я расскажу вам о том, почему стоит рассмотреть обучение на тренера по естественной красоте именно в моей Академии красоты. В чем же ключевые отличия нашего обучения от других, даже мировых школ, а также школ в России? Начну с первого и, пожалуй, самого важного – отличие тренерского обучения в Академии красоты. Оно заключается в том, что я несу комплексные знания в своей методике об осознанном отношении к своей красоте, как к ресурсу. Вы получаете не просто однобокие знания о гимнастике для лица и упражнениях, а вы полностью и целостно видите картину, от чего вообще зависит красота и молодость лица. Потому что можно сколько угодно делать упражнения, но если при этом вы продолжаете использовать некорректно уходовую косметику, плюс в ее составе содержатся агрессивные химические компоненты, то каждый день вы будете делать шаг назад, вы будете исчерпывать свою красоту. Так как химия в кремах день за днем уничтожает и наносит ущерб вашей коже. Незаметно, постепенно вы нуждаетесь все в больших количествах новой косметики, потом антивозрастной косметики, дорогих кремах и так далее. Также, если вы не обращаете внимания на свой рацион и не включаете в питание продукты или суперфуды, которые стимулируют укрепление собственных коллагеновых волокон и выработку таких элементов, как фибробласты и эластины, то также организм будет давать ресурс, в первую очередь, тем органам, которые самые важные. Это мозг, это внутренние органы. И только в последнюю очередь будет это все поставлять коже. Так как кожа хоть и самый большой орган, но для жизнедеятельности он, наверное, идет менее приоритетно. Если вспомнить медицинские данные, то если, допустим, повреждено 60% кожи, человек выживает. Если при этом же проценте поврежден какой-то важный ключевой орган в организме, то, скорее всего, внутренний орган, то, скорее всего, он не выживет. Именно поэтому в курсе я включила большой блок про косметическое питание. Как запустить процесс омоложения изнутри. Также, если вы не следите за осанкой, за тем, как вы спите, а за тем, сколько и какую воду вы пьете в течение дня, и за еще, наверное, десятком других важных вещей, то ваши результаты на лице не будут столь существенными. Все в комплексе работает, как турбоускоритель вашего результата. Если же вы понимаете причины старения, анатомию, технику выполнения каждого упражнения, биомеханику, физиологию, можете сканировать лицо свое и другого человека на предмет того, какие мышцы нужно привести в тонус, потренировать с помощью гимнастики, а какие нужно расслабить с помощью расслабляющих техник, которые тоже есть, кстати, в курсе в большом количестве, и выполняете все рекомендации, то это является вашей гарантией того, что вы получите отличные результаты на своем лице, а также сможете научить этому других людей. И, как правило, на это требуется меньше 2 месяцев. И на самом деле ваше лицо станет вашей же главной рекламой как бьюти-тренера. Потому что все будут спрашивать, как ты это делаешь, почему твое лицо хорошеет день ото дня, и почему в твоих глазах появляется уверенность и радость от того, как происходят эти изменения. Притом неважно, сколько вам лет, 30, 40 или 50, меняетесь вы и меняется вся жизнь вокруг. Второе. Было длинное первое, теперь переходим ко второму. Вы получите прекрасный результат преображения на своем лице, который будет иметь длительный и накопительный эффект. Другими словами, чем дольше вы занимаетесь по моей методике, тем моложе вы становитесь. То есть поворачиваете время вспять. Ведь это работает не только над оболочкой, но и над омоложением организма изнутри. Запускает процессы и ресурсы. Третье. Все обучение построено не на теории, а через ежедневную практику. Вы будете работать со своим лицом, а также будете на курсе уже практиковать с вашими первыми подопечными, теоретически вашими первыми клиентами.
Уже к концу курса вы будете радоваться своему отражению в зеркале, а также получите первые результаты клиентов для вашего портфолио, благодарность от них. И это очень важно, на мой взгляд, для первых шагов в качестве тренера. Пункт номер 4. Вы после обучения получаете не просто бумажку, которая не имеет юридической силы. Некоторые курсы дают именно такую бумагу. Академия красоты имеет образовательную лицензию, а значит, вы получите официальный документ, который поднимает ваш профессиональный статус в глазах клиентов. У Академии красоты есть лицензия Министерства образования Москвы с разрешением на подготовку настоящих квалифицированных профессионалов. И курс обучения, он, понимаете, выстроен в том числе с учетом требований и соответствий ко всем образовательным учреждениям. Поэтому, согласитесь, это сразу же поднимает вас в глазах ваших будущих клиентов, как специалиста. И это также, на мой взгляд, очень важно. И переходим к пятому пункту. Кроме сертификата, вы также получаете, по сути, готовый бизнес, который можно вести онлайн. За 12 потоков на практике более 300 выпускниц из 25 стран мира мы отработали эффективную и быструю методику, которая позволяет вам сделать старт вашего бизнеса. И вы знаете, это абсолютная правда, что в первый месяц наши выпускницы, которые выполняют задания, получают в среднем 50 тысяч рублей прибыли даже в новой для себя сфере, никогда не имея опыта до этого в маркетинге или в продажах. Так что если вы юрист, инженер и боитесь, что не сможете найти клиентов, не беспокойтесь, мы вам поможем сделать грамотные первые шаги по направлению к тем, кому вы очень нужны как тренер. Специально для этой цели на нашем обучении есть целый месяц практики по маркетингу, продажам, общению, где наши эксперты практически за руку будут вести вас до первых ваших финансовых результатов. И вот мы с вами добрались до шестого пункта. И этот пункт заключается в том, что вы получаете международное обучение и образование. Вы будете востребованы везде, где бы вы ни находились. Вы научитесь получать эту суперсилу, навык работать онлайн и офлайн. Это открывает вам большие горизонты, так как это на все 100% профессия будущего. Сейчас очень много всего уходит в онлайн. Красота для женщины была всегда важной, и спецы этой области будут всегда востребованы. Вы будете идти в ногу со временем, разберетесь в инструментах ведения деятельности онлайн и, опять же, как делать живые мероприятия. Вы сможете путешествовать, работать, быть мамой и также работать из дома, либо стать суперпрофессионалом и вести деятельность международно. Как это получается в моем случае? Мы с вами добрались до седьмого пункта. Скажу вам по секрету. Этот курс, если честно, совсем не про фейсбилдинг и не про упражнения. Он про вашу мощную внутреннюю трансформацию. Вы открываете новые горизонты, вы познаете себя, вы обретаете власть над временем и больше не боитесь идущих лет. Вы понимаете, как всем этим управлять временем, по сути. Вы становитесь целостнее, вы возвращаетесь к себе. Вы не зависите от инъекций, ни морально, ни физически, ни финансово. Вы выбираете, как вы будете выглядеть через 5, 10 и 15 лет, а не время делает что-то с вами. Вы становитесь из-за этого увереннее в своих силах. Меняется ваше отражение в зеркале. Вы становитесь увереннее в себе, как женщина. Вы расцветаете из-за этого. Мир расцветает вокруг вас, потому что это обучение наполняет вас женской энергией. Она возвращается. Вы заботитесь о себе и обращаете внимание на себя.
Вы таким образом воспитываете любовь к себе. И это потрясающе. Это больше, чем упражнение. Это ваша колоссальная внутренняя трансформация и трансформация вашей жизни. Итак, это был заключительный пункт, и мы подобрались с вами к выводу. Почему же вам стоит учиться на бьюти-тренера именно в Академии красоты? Потому что в результате обучения, давайте подрезюмируем, вы получаете личный результат преображения на вашем лице. Комплексные знания и практику по естественной красоте и омоложению. Сильные навыки в работе с клиентами и уверенность. Инструменты по маркетингу, продажам для быстрого начала вашего пути. Вашу внутреннюю трансформацию, трансформацию вашей жизни и, конечно же, почетный статус бьюти-тренера. Тренера по естественной красоте и омоложению. Это настоящая, красивая, женская профессия 21 века. Каждый день работая, я получаю просто невероятный заряд радости, счастья от того, что я делаю. Попробуйте, и вы почувствуете это же. Так что быстрее регистрируйтесь, не откладывайте все самое лучшее, что вас ждет, но потом. Иначе оно может никогда не прийти или пройти мимо. Что ж, до встречи на курсе. Я буду счастлива личному знакомству с вами на обучении.